Всем привет, дамы и господа. Едем в землянку. Сейчас приеду. У меня для нее там кое-что прикуплено. Позанимаемся в землянке, а потом поедем до избушки. Там тоже позаниматься надо. Короче, все по порядку. Увидите. Едем до землянки пока. Такая вот сегодня чудесненькая погода. Ну вот, добрались мы до земляночки. У меня тут недавно день рождения был. 14 августа. Сеструха подогнала такую рекламную футболку. Ну, сзади видели уже надпись. Интересно, для леса будет специальная футболка у меня. Сейчас, конечно, жарковато. Но... когда прохладненько можно одевать. Сейчас покажу, чего привез для нашей земляночки. Купил это подарок, видимо, положили. Крючочки. Вот такую вот сетку купил рыболовную. Я достану. Как-то она закидушка, не закидушка что ли называется. Ну вот этот она мне не нужна, мне вот только надо было саму сетку. 10 рублей там что-то стоит, копейки. Это останется, можем будет сделать удочку из нее. Вот, сейчас натянем ее на дверь. И листочки как бы будут уже держаться получше на ней. Землянки я ненадолго. Вот хотел только сетку сделать. На избушку надо ехать. Купил я пленку для избы на крышу. Делать крышу, все равно в тот раз просохло, в прошлый раз протоплял. Ну вот, неделю спустя снова все сырое становится. Наверное, это во всех землянках так. Конечно, не очень комфортно из-за этого в землянке находиться, из-за сырости. Просушивать ее постоянно, каждый раз. Так что, поэтому избушки лучше. Все-таки.
Ну, немного все равно держит. И не видно ее вообще практически. Вблизи так на солнышке поблескивает. Нормально. Такой вот подарочек для земляночки. У меня там еще один подарок едет для нее. Тоже для маскировки. Потом узнаете, что это такое. Надо было, конечно, пораньше. Весной еще сделать это. Но можно и сейчас. Ладно, потом посмотрите. Не буду все рассказывать. Ладно. До избушки туда поедем. Стою, думаю. Можешь шашку купить, которые вот для ямок продаются. Шашку там пожечь. Она же вроде как сушит. Надо попробовать. Какие-то. От мамы подарочек еще тут прихватил. Веселее будет работать. Тентов не было, купил пленку на крышу. Сегодня постелим, перекроем крышу, запеним. Два баллона пены есть там. Посмотрим, сколько-нибудь, ну сколько хватит, запеним. Наверное, со стен начну пенить. Бывает проверять информацию, которую сообщают мошенники, и прекращать сомнительные разговоры. При общении важно попробовать. Сообщили, что решение о приостановке продажи алкогольной продукции принято Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Ведомство обнаружило ошибки в предстоящие выходные. На следующей неделе в столице начнется похолодание, сообщили общие специалисты. Thank you.
7-12, а заканчиваем уже почти до обеда. Спасибо большое, что пришли, открываю в чай. Сообщение от наших слушателей. Вот Марина передает всем привет. Желает доброго, отличного утра, товарищи. Всем отличных. Выяснилось, что в этот город в 2023 году приехали жить тысячи. Ну вот так вот попенил. Тут где большие щели не стал пенить, там еще ставыши будут. Вполне неплохо, герметично. Еще пару баллонов на стены, наверное, будет. На пол один. А на крышу уже не пена будет, а утеплитель пойдет. Прекрасных выходных, можете похвастать чем-нибудь прекрасным, что случилось в вашей жизни за прошлую неделю. Да, тут где-то штучек 5, наверное, здесь. 10. Там сзади по 2. 14 штучек, наверное, примерно. Где-то найти. Поищем сейчас. И можно будет уже застилать. Ну вот, насобирал. В районе Времени и артиллерийское орудие М119 производства США в районе Нескучного. Огнем артиллерии уничтожены два танка противника. Ну, избушка-то прикольно получается. Интересно, такого вообще нет на Ютубе, да? Сказочная. Место отдыха у нас тут будет такое вот. Все, обрешетку сделал. Сейчас будем пробовать застилать. Все как раз впритык получилось. Угадал с размерами. Здесь запасик еще даже немножко подогнется. Следующим действием надо будет закрывать чем-то. Искать какие-то ветки. Закидывать ветки, прибивать. А, прибивать.
протекать будет, если прибывать. Ну, по краям вот здесь пробью, пробивать. Середину не будем пробивать. Просто закидаем метками, и она прижмется. Вот такими ветками будем скидывать. Такими разными, какие найду. Обколачивать. Ну, по большому счету, это так отлично выполненное задание. Прекрасно сам знаю, работал в Мигзонах. Слушай, у меня тут другой вопрос. А все-таки мы иногда вот у нас... Ну, ладно, то есть работы не было. То есть джип был абсолютно все равно, как бы, фанату, поклоннику. Либо давать ему интервью, это было уже несколько раз. Но... Слушай, ну там самый сложный эпизод, конечно же, был это не назначение пенальти ворота Зенита, да, потому что... Да, по своему причину, все на нем концентрировались. Да, да, там было нарушение правил, и хорошо ВАР там разобрался, в любом случае... А, которые, которые чувства футбольного именно нет. Но тут политика только в футбол впечатлились, а все, что вокруг него, это такое шоу, все хорошо в балансе, хорошо, все хорошо в балансе. Вот такие бы веточек побольше. Хожу ищу. Но их маловато. Да блин, мухи какие-то. Комаров нету, мухи в шары лезут. Избушка под крышей сейчас, гнить уже, мочиться не будет. Вот самое главное сделали уже, основное. Стены, пол, крыша, главное, есть. Осталась ерунда. Вот эти еще только дыры заделать. И дверь, и все уже. И выбрались на рыбалочку. Закинем пару раз, может, что-то и поймаем. Но это больше отдых. Если я что-то даже поймаю, я все равно отпущу. Время 9 часов вечера. Посидим. Погода прекрасна. Попробую на хлеб порыбачить. Тут вроде как сорожка есть, подлещик. Может что-то попадется. Прошу прощения, нашу идиллию там музон отпортит, кто-то отдыхает там. Со всеми идиллией, конечно, не получится. Музон там орёт. Там на мотоцикле гоняют. Но все равно, погода шикарная. Днем было 30 градусов жары. А сейчас градусов 20. Прохладненько. Закат. Речка. Все шикарно. Не знаю, не покупал снасти. Так-то знаю, что на опарыша точно клюет. Ну и на хлеб вроде как тоже берет. Закинул на хлеб, за опарышем надо было ехать в магазин, неохота было уже. Ну посмотрим. Я говорю так, если даже поймаю, отпущу.
Так, символически чисто отдохнуть на свежем воздухе. На хлеб-то схрумкал кто-то. Не клевать, не клюет. Мелочь, наверное, отдербанил. На ужин у нас тушеночка. Надо, наверное, все-таки было за опарышем съездить, не лениться. На прикормки купить кормушку. Кормушки-то есть. Просто неохота было ехать за опарышем. Ладно, ничего страшного, выберемся еще на недельки-то. Может даже с ночевой. Блин, уже не видно ничего, темнотища. Фонарик Армитек. Собираться, наверное, буду. Не клюет ничего. Ну и ладно. В следующий раз лучше подготовимся. Первая рыбалка в этом сезоне. Пробная, так сказать. Так что ладно. Всем спасибо за просмотр. Встретимся.